Комиссия проверяет разрешение на продажу пиротехники и сертификаты качества продукции. Среди частых замечаний – отсутствие информации для потребителей и нарушение правил хранения. Комиссия дает время на исправление недочетов и проводит повторную проверку. В Анапе зарегистрировано 5 стационарных легальных точек торговли пиротехникой. Однако перед Новым годом продажу фейерверков и петард можно встретить практически на каждом углу. И, как правило, каждый второй предприниматель не имеет разрешительной документации. Это является грубейшим нарушением правил продажи пиротехнической продукции. Зачастую в таких торговых точках, несанкционированных, и отсутствуют документы на пиротехническую продукцию. Никто не смотрит на возраст покупателя. То есть, возможно, и продажа несовершеннолетним лицам, что категорически запрещено. Если будут установлены факты несанкционированной торговой деятельности пиротехнической продукции, естественно, сотрудниками полиции составляются административные протоколы об административном правонарушении и выносится административное взыскание в виде штрафа. Приобретая пиротехническую продукцию на стихийных рынках и у случайных торговцев, велик риск получить вместо радостных эмоций разочарование. В лучшем случае пиротехника не сработает, в худшем может покалечить. При покупке фейерверков важно убедиться в наличии сертификатов качества, реквизитах производителя, информации о товаре и сроках годности. Стоит обратить внимание и на упаковку, она не должна иметь внешних дефектов. Рейды будут проводиться ежедневно до 14 января 2018 года.